Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Англию Sid Meier's Civilization 6. ФФА на восьмерых, монополии и корпорации. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку, и вам всем приятного продолжения просмотра. Знаете, вообще я хочу Тори де Белен построить. Просто только в Лондоне или в Лидсе. И там 5, и тут 5. Давайте, наверное, ему соседство сгавнить, наверное, надо типа убирать этих. Родной территории всех ваших шпионов. Давайте квартирмейстера возьмем. Будет сидеть в Лондоне. Да, ведь и на месте рыбы строиться не хочу. А, блин, и тут на месте рыбы. Ну, хороший, кстати, это каждый торговый путь плюс 2 золота за каждый редкий ресурс в пункте назначения. Ладно, давайте, наверное, влиться тогда, только чуть позже. Пригород. А давайте построим пригород. Блин, мне надо второй капер еще, кстати. Давайте в Лондоне после... После Рурочки второй капер построим. И мне бы укрепить религию уже давным-давно надо было. Блин, эта клетка, кстати, типа далеко не обрабатываема. Давайте мы вот так сделаем. Ой, сейчас построю зал для приемов и резиденцию магистра. И...
И будет зашибись все. Так. Тут мы в центре города оставим. Какого-то ученого мне там дали. Чуть даже не глянул. Ладно, потом гляну. Я все. Спасибо всем за игру. Спасибо Персу. Спасибо всем остальным. Хорошей вам всем игры. Спасибо. И да, тебе спасибо. Не понял, он же не потерял столицу, нет? Просто говорит, я потерял. Все. Потерял. Потерял. Так, переходит в вашу религию. За каждый город следующую религию. Культуру. Каждое священное место дает. За каждое место, в котором построено чудо света. А, давайте Всемирную церковь. Посмотрим, сколько мне это культуры даст. 5 ходов и 4 очка. Ну, я вот как раз красный мундир смогу. Принять. Так, эти все на автомате идут исследовать. Клетку с чудом природы в месте нахождения и по соседству. Это мне вот сюда надо как-то прорваться. If you will. Что, блин, давай, укрепил религию? Блин, только на 15, что ли? А чё так слабенько? Говорю, укрепил религию? Да. Я не вижу. Для последнее верование недоступно. А, ну сейчас, сейчас. Мокшу, давайте в Брэдфорд. А, Виктора в Ньюкасл. Потому что он, видите, он постоянно обращает... Ну, он использует каких-то великих людей. Это способность Ватикана. А у меня есть другие... другие города-государства, которые мне важнее. Часовня Великого Магистра. Здесь последний. Так, смотрим, куда. Лондон, Лидс, Ливерпуль. Ну, в Бирмингем, да? Четыре хода. Может, даже и без моего уникального юнита получу. Так, мы ускорили... Ага, вышел в электрике. Я просто думаю, может мне в компьютер идти быстрее. Ну, собственно, самолеты.
В любом случае в радио надо. Угольная 4, да? Мазутная 3, но при этом я нефть смогу. Давайте, наверное, тут мазутную сделаю. Не уверен, что у меня уже нету. Да, есть. Финикея предложение. Сначала в университет усорить, а потом храм, ясно? Погладим. Ну, Англия, он что сломал? Надо тебя осудить. Что я сломал? Лонсу. Ну, потому что она продалась с потрохами арабу, отдала ему все юниты военные, атаковала меня. Английский народ не может терпеть подобное. Было чуть по-другому. А как было? Ты напал на беззащитный народ, Мисс. Нет, как раз я правду говорю. Вы видите, какая пропаганда арабская идет по Аль-Джазире, а? Вы посмотрите. Во имя Аллаха. Он должен был сказать еврейский народ. Подожди, ну ты же не ислам. Ты ж буддист. Во имя Будды хотя бы. Во имя Аллаха. Это что-то как-то... Аллаху Акбар. Во имя Иуды. Меня просто украли ислам. Я ничего не мог сделать. Ну, турки вполне обоснованно ислам забрали. Ну, сначала это были мы. Фабрику и мастерскую, и фабрики два производства. Ну, мне кажется, стоит взять. Блин, я умираю. Мне два города под бурю попало. Что открыли? Доход от мародерства, стоимость поселенцев. Так, республиканское наследие. Здравствуйте. Ты укрепил мировое? Давайте, наверное, вот так поставим. И республиканское наследие поставим. Может, учетные банки уже? Давайте к Финикии. Двоида, произучу мне влияние эти послы. Так, тут, кажись, хана моему скауту. Не знаю, наверное, не буду пробовать апать в подводную лодку.
Что это у него стоит? А, махабодхи. Так, одно очко осталось мне. Три хода. Ну, я не буду ремонтировать это, потому что он опять может прийти и разграбить точно так же. Смысл. Вот это шустрый скаут. Раскатался. Денис, когда верование укрепишь? Я тут какой-то район хотел построить, я помню. Неужели промышленный? Нет. Пригород, что ли, поставить? Не, ну жилья у меня и так достаточно. Может, реально этот промышленный пока там сделать? Или, может, чудо какое? Ну, это чтобы работали фабрики, там угольные и прочее. Вот в Болонию, конечно, надо бы тоже поотправлять. Что с этим. Я, короче, рабочих накупил, когда у меня было. Золотой век. Не знаю сейчас, что с ними делать. Да, убил разведчика. То есть ты меня сначала осуждаешь, а потом метку моего хочешь? Вот а этим вот хочешь? Персидским хлебальцем похавать. Я просто смотрю, он тут такой так на меня, ну, осуждающе смотрит. Так, а это что? А. Так, блин, я где-то вроде... Вот в Брэдфорде можно будет фабрику. И потом вот этого использовать. Вообще я могу его двора... А, подождите, вот куда мне его надо. Подождите. Я понимаю, что тут мастерская уже есть, но у меня, во-первых, два заряда. А во-вторых, все-таки я могу фабрику не строить зато. Может, пингалу на гранты уже повысить? Требуха, а? Как-то без уважения, по-моему, было. Вообще максимальное без уважения. Тридцать три жилья, блин, в столице. Тут там юнитов хапа. Короче, детки, вези своих апостолов. Зачем тебе мои апостолы? Да там нет, меня обращают, крестовый как возьму. Там нету крестового. Кто-то уже взял? Нет, еще никто не взял. Я бы к тебе с радостью пришел, но там далеко.
Кстати, а что нам военный лагерь тут не построить? Бомбарды ведет. Ну, точнее, не ведет, он может эти во рту. Перс, не хочешь эту королевскую гавань переименовать? Да что? В Амстердам. Нет, мне нравится королевская гавань. Я даю дань этому великому человеку, который просидел с нами вечность просто. Кстати, тут же может быть еще верование. Мне не обязательно использовать инквизиции, когда преобладающее. Тут можно, когда и так есть. Так что я думаю, что сейчас у нас инквизиция поработает. Ну, давайте глянем. Три. Один. Но не то, чтобы много убирает. Не знаю, реально, пока что мне делать... рабочими. Просто пропускаю ходы здесь уже. Из Брэдфорда. Ну, очевидно, это араб. Ну, вообще... Араб. Слово, слово не держит. Что это за приколы? Слушай, я держу свое слово. Ты уже к Англии обращайся за то, что на кризис приняла. Персик, а чё ты захватываешь меня культурно? Где? Возле Бимы. А, лол, дай. Бля, был у меня инженер. И я поставил хрен знает когда еще промку. Она строилась 11 ходов. Но извини, что так вышло. Ты не принимаешь верование. Вот и вот так получилось. Причем как мое верование к твоему культурному захвату? Так ты игнорируешь при этом меня. Слушай, давай ты не будешь отмазываться. О, а ты меня не игнорируешь разве? Блин, у меня нету веры. Ты видишь, у меня апостол стоит 200, у меня 100. Если ты сделал это специально, имей мужество признать. Да, я специально захватил. Да, вот я так... Нет, это было случайно. Все. Ну ты хоть себе не ври. Да ты угораешь-то. У меня везде промки построены. А, Вов, пристань, кстати, можно будет... Будь человек. Еще этого чувака знаю, использовать. Так, полевая пушка в Лондоне. Ну, вообще, я сейчас могу уже на гранты прокачать. В принципе. Пингалу. Просто сейчас пойдем в науку. Хочу радио открыть. Кстати, национальный парк. Ну, я... Нет, мне до охраны природы далековато. Вау, 4. У нас, оказывается, рифы.
Стоять, это полиция, ваш разведчик арестован. Чей? А вы где будете платить выкуп для разведчика? Ну, у меня не пишешь, у меня какой-то разведчик арестован. Ну, вот над Галикарнасом. Нет. Под Галикарнасом я имел в виду город. Я понял, понял. Так, вопрос. Реформа денежного обращения. Ну, к оружию при создании военных юнитов. На самолеты, в принципе, можно. С другой стороны, мне и компуса могут тут производство дать. Бонус за средства кампуса не только науку, но и производство. Ну, я бы пульс паровой машины, наверное, взял. Блин, или для Ливерпуля оставить. Наверное, Ливерпуля сделаю. Престон не такой важный город, чтобы тут сразу было фабрика и производство. Плюс 50 очков, ну, кстати, это не так уж и плохо. Тот великий человек. Такую круговую сделаю железную дорогу. К Брэдфорду, потом к Ливерпулю. Вот за Англию, блин, железную дорогу строить просто... Просто кайф. Эти конюшни осадным тоже дает, поэтому построю конюшню. Турок, ты шо армию лапаешь? Остановись. Иду арестую. Интересно, его видит моего ученого, нет? Скорее всего, увидит. Ну, тоже, мне кажется, угольную тут нету смысла строить. Поэтому скорее мазутную давайте. Ух ты, еще раз извергся вулканчик. Ну, наверное, можно... покупать за веру бомбарду и тоже обстреливать его потиху.
Ух ты, арта пошла. Вот это интересно. У него, значит, нефти дофига, да? Так. Ну, мне надо срочно в стали варенья, видимо, выйти тогда сначала. ДНС. Или все-таки в самолеты идти? Тут 7 ходов осталось. Два хода заканчивается союз. Ты меня слышишь, нет? Нет. Ну, я Индонезу говорю, ты Индонез? Это я, да. Я говорю, ты верование принимаешь или нет? Купи вопрос. На следующем форуме. Ауч. Это я зря. Индонезия, может, спустя 40 ходов дашь право проход? Я бы не давал. Ну, конечно, не дам. Он же хочет шпиона спрашивать. Я же все понимаю, прекрасно. Так, а тут что, полностью военный лагерь сделан, да? Блин, ну мне же нужны еще эти... Еще военная академия. Ну, я, наверное, сейчас ее куплю, когда она откроется просто в Ливерпуле. Ну, то есть, чтобы... Что-то, блин, не покупать за веру сразу армии. Я тебе угрозу какую-то представляю, что ли? А чё, нет? Надо сюда встать, чтобы больше силы у города была, когда он будет артой обстреливать. Действительно. Ты после меня, наверное, второй игрок в этой игре. Могу я хоть над тобой поиздеваться? Шучу. Да не, просто не хочу, чтобы ты шпионов ко мне слал. Ты посредник, могу тут слать шпионов. Зачем мне тебе вредить? Вообще на море делать нечего. Вообще никого нету. Ну, кстати, можно сюда поставить. А Манко вообще кому-то отправлял эти караваны? Монгол? Да. А, вон, смотрю, все в Индонезии. Я в Индонезии. Конечно, там лужа такая. Нормально так Англия. Моими чудесами пользуются. Это для всего мира. Это Чарльз Дарвин. В горе Рарайма сейчас откроет происхождение видов. А чай бьет лучше? Так, ну что, алюминий. Что же скрыто в этой горе? Неужели нету опять? До свидания. Покеда, Голландия. Вильхельмина погиб. Жалко человек. Ну, это терпимо. Вопрос только в алюминии. Что там за научная деталь? Я не могу посмотреть. О! Ну, хотя бы один у меня есть. Мне надо, наверное, тут рабочего купить. Ну и чё брать, пехотный поход. Ну, если ты берешь крестовый поход, я тебя сразу объявляю войну, понимаешь? Ну, один ход. Отлично, как раз
присоединится эта клетка, и я буду... Дорогая, Уан, дайте мне право прохода. Тут нечего брать больше. Ну, я тебе говорю, если возьмешь костелок прохода, тебе объявлю войну и буду тебя бить. Мой полковой работник. Как я тебе говорю, да. Мне кажется, Атиния блефует. А если я возьму защитник веры, ты тоже не будешь объявлять войну? Нет, защитник веры, не все равно. Да, ну, проблема в том, что у араба побольше алюминия, но с другой стороны, он явно отстает. Еще. Фига себе, Перс. Перс, это, наверное, ты в компьютеры вышел, да? То есть, как-то в эпохе атома. Или ты уже настолько крут? Я самый крутой парень. Спасибо, Дрикуана. Нет, тут жилья дофига. Касса нафиг нужна без другого континента. Опять извергся вулкан. Выбрать строительство лучше. Должен быстрый аэропорт строиться. Ауч, больно все-таки. Смотри, моя такая пукалка. Пуп! Пуп! Подождем. Посмотрите, сколько науки у Англии. Попрошу обратить внимание общества.
Осуждаю. Осуждаю ябеду корябеду. Сам такой. И злится в угорит. Продолжение будет. Что произошло? Где? Ну, дед. Чё у вас там вообще по войне? Да воюем просто. Дед нападает, я подбиваюсь. Он домашнюю заготовочку. Ты же видишь, сколько у деда веры, денег. У него все хорошо с нападением. Только на 60 науки меньше. Ну, это немного. И ипотеха малость. На 3 отстает. Да вот за что? В смысле? Невинный был, невинный парень. То есть он заплыл прям внутрь моей флотилии? Там у меня кораблей 6 вокруг. Ну откуда он знал? Он же не видит там на одну клетку. Он заплыл и... Ну, все нормально. Поплыл дальше. Не понял, я победил все-таки в этой? Или нет, не пойму. Если тебе доверили экипаж, значит, ты победил. Нет, вроде. Ну так, подожди, написано, участники, участники, кризис миновал, побеждают участники. Ну, значит... Не понимаю я, какой-то хреновый. Я просто очков не заработал. Я понял, короче, мы победили, но я 0 очков заработал, кайф. Нет, поэтому ничего не дали, я так думаю. Ну, значит, 50 на 50 такое. То есть я ничего не потерял. Да, и ты не приобрел. Как, где же 50 на 50? Ты не потерял, я не приобрел. Ну, смотри, если бы я выиграл, то было бы гораздо хуже. Вот. Тебе. Прибухал. Блин, чуть позже. На один ход позже начинаю самолеты строить. О боже, как поиск пути, просто поиск пути. Даже на два, значит, тут можно ангар построить два хода. А здесь, я думаю, можно... Нет. Не, наверное, ну тут вообще 3 хода. Ну, зачем? А ты подумай. Ну я не собираюсь там. Но, ты посмотри, какие есть союзы. У Эннин. У меня нет смысла там. Ты ж воюешь. Мне кажется, мне нет смысла с монголом союз заключать. Но я вынужден буду.
вынуть или бедного перса. Открою мазут, ну, построю, в смысле. Аравия, ты куда мчишься со своими апостолами? Так, Аравия. Сюда. Ну ты взял крестовый поход, я иду помогать персу. Нет? Или ты... Он не брал крестовый, кстати. Тогда я не иду помогать персу. Но он выбирал между защитником веры и крестом. Вариантов не оставалось. Да, тогда все. Ну, мужик, твоя задача на Требухе тогда идти вон, и Гордиан обращать. Да вдруг Ислам захочет крестовый взять. А, Ислам такое любит. Ислам это кто? Это салам алейкум, мусульман. Ну, ты мне сразу войну объявишь, все нормально там будет. Я понаблюдаю. Что-то он прекратил обстреливать. В смысле, если он обратит мои города, он их быстро снесет, не? Или это не так работает? Я сейчас тебя обращу, не переживай. Не, он, конечно, их не быстро снесет, но все равно страшно. Как ты сказал? Страшно, у? Страшно, капец. Бомбарду с первым уровнем при... Ну, хотя я смогу вон. Смотри, штаны не промочили. Объединить тут их. Ну, нормально, в принципе. Так, что тут еще можем? Я осознал. Купить этого инженера, интересно. Или оставить все-таки веру на покупку юнитов? Ребят, там ученый. Три цивилизации могут забрать вроде как. Забрал лабы. Кто забрал лабы? Кто забрал лабы, а? Блин, давайте-ка я все-таки военную науку-то открою. Потом компьютеры. Потом сталеварение. Просто я бы принудил, на самом деле, честно говоря, араба к миру и забрал бы скорее монгола. Ну или Наску я бы забрал, Кумаси. Кстати, Кумаси даже уже не сузерен мне. Следующим ходом я смогу только самолеты строить. Осман, что за бомбарда? Большая турецкая бомбарда. Да капец, опять заставляет бояться. Большая прикатила. Перс, не хочешь по науке монгола пройтись? И? Не время. Блин, Монгол, расскажи, как... Монгол лидер, но ты все равно хуй. Ну так, почему ты его не стопаешь? Нет, а чё ты не говоришь всем стопать Монгола? Давай лучше такой вопрос. А у Монгола, кстати, еще и темный век. Еще и темный век. Ну, поэтому, видимо, у него так много науки. Так, давайте я тут пропущу как раз строительство. Или это не так много?
Откуда в темном веке много науки берется, интересно? Ну, я не знаю. Там... Как там бывает? Минус 25% культуры, ну, плюс 100% науки. Карточка только в начале. Античность вроде. Монашество? Или что там? Ладно, дед, next ходом помогаю тебе, брат. Я так справляюсь, в принципе. Нет, не трогайте Англию. Монгол сильней. Некрасиво, да. Монгол реально сильней. Пока будете англичане нас топать. Англия, ты что делаешь? Ай-яй-яй. Так ты ж мне войну объявил. Так я ж не тебе объявлял. Кому? Так сложились обстоятельства. Подожди, ты сказал, я тебе, араб, помогу. И объявил мне войну. Как мне на это реагировать? Ну, мужик, я не для этого делал. А выглядит как для этого. Ты видишь, чтобы мои войска у тебя стояли или что-нибудь тому подобное? Как твои войска могут у меня стоять вообще? Ну, я не знаю, как-то твои-то войска стоят у меня, правильно? Ну, потому что я Англия, властительница морей, блин, у меня кораблей, как у дурного фантиков. А точнее, штук... 12, наверное, или 13. Я осуждаю это твое. Осуждаю. 12 или 13 кораблей, ты посмотри. То есть Англия просто построила корабли и плавает им где может? Я даже не строил. А, такого не вообще? Даже не строил, да. Да. А, слушайте, у монгола Женева, чего вы ему гоните? Не знаю, тут что-то все со мной воюют зачем-то. Я не с тобой собрался воевать. Кто там воевал? Объяви его. Алло, монгол Женева сидит, чё вы выгнаете? Посмотри, 350 науки, почему у монгола? Объявите войну. Ну да, кстати, объявите войну монголу. Ребята, вы там на другом конце карты, чё, проблема какая-то? Да. Главное, сидят, говорят, объявите вы войну. Ну, мы я соседи не... монгола. Вы объявите. Мы и так в войне, мне достаточно войны с арабом. Вы там объявляете войну монголу, что не сделает вам? Я последний кровный отдаю. Да, у меня алюминия мало и негде, просто негде больше взять даже. Кстати, араб, ты все еще не хочешь закончить битву? Когда мы идем на монголы. А? Когда на монголы идем? Ну, пошли. Давай. Но ну, это естественно, ну, при условии, что ты мне тут своими вот этими миссионерами не буду. Буддистами Шаолиня. Они в душе. В душе они в Аллаха верят. Кто они в душе? Верят в Аллаха. Поэтому они такие воинственные. Верят в Аллаха. Я только через 9 ходов могу. Ну, понимаете, я не могу никак араба брать. Монголы реально надо останавливать.
А перс тут, походу, забирает Финикию, судя по всему. Два производства, здание, три клиента. Круто. Тоже неплохой парень. Араб, забери инженера. Очень-очень классный. Вот этот очень классный. Это абсолютно бесполезный. Ирония. Ирония. Не, ну вообще, если есть неплохие клетки на заповеднике, то... Нет, я новый заповедник. Так, слушайте, а могу ли я фирмы эти сделать? Может, мне экономику открыть сейчас? Давайте мы откроем экономику. Так, кроме того, мне надо строить плотины. Пошло таяние. Ангелками. Так, пошли ремонтировать. Смотрите, ты же не будешь мне играть? Губернаторский титул 200. Ну, мне, посмотрим, зависит от того, какая у меня тут фирма может быть. Мам, ты не хочешь для Дони помочь? Так, ну это все, в общем-то. А, вот тут еще надо построить. Что-то вы такие неразговорчивые все сегодня. Ладно, давайте, наверное, гидроэлектростанцию. Я по портировщикам ничего не сделал. Да, не нашел Женева. Пошел союзить. 18 послов, нифига. Лучше сломать. Ее захват, ну слушай, ты самый ближе всего к ней. Захвати ее самолета. Ближе всего. Ну в прямом, ты ближе тебе всего к ней. Тебе проще с воды поставить, хотя погоди, там, по-моему, не достает, да? Нет, конечно. Нет, я не ближе всего, поверь. Нет, ты ближе всего. Просто... Я ее сейчас перекуплю, все нормально. Просто берете и объявляете войну. Чем с снижением? Ну так объяви войну. Ну я первый монгол объявил войну, если что. Так ты уже объявил ему войну? Так все, он уже не имеет... Я, так и все, он уже не имеет этих... С Женевой ничего, успокойтесь. Он вообще был в войне, на самом деле, с Дидоной. Вы могли бы ему не объявлять войну. Он с Дидоной, потому что перс... То есть это не да, это прошлым ходом получается только. Или нет? Или они были в войне? Ну, как было 300 с чем-то на луке, так и осталось. Ничего не поменялось. Ну да, кстати, ничего не поменялось. Может, следующим ходом перечитается. Принимай. Бля, это ты меня грабишь? Да. Тебе говорю, у меня миллион кораблей. Ну, а зачем ты меня грабишь? А кого мне грабить? У меня война с тобой. Иди грабь монгола. Я не могу к нему проплыть. А ты вот... Ты какой-то жадный, я не понимаю вот этого. Я жадный? Ну. А, слушайте, археологов я открыл. Финикийц, стены хотя бы построй, не знаю. Это не подойдет.
маркировки, смысл с... Ну, я вспомнил, были времена. И он эти сейчас... Так, может, лучше военный, или, или ты с персом заключил? Нет, военный у меня с персом. Уже арабки расходят. Не, кайф, конечно, железная дорога здесь вообще очень в тему. Не, англичанин? Давненько так много железа и угля не было. Что англичанин я пропустил? Я говорю, твои войска мне убивать, правильно понимаю? Мои войска убивать? Ну да. Ну если можешь, убивай, что? Что я могу сказать? Ты вон, смотри, ты моего союзника захватываешь. У меня к нему все караваны бегают. Ну, будут бегать ко мне теперь. И я же лучше, чем он. Ладно. Второй раз тут же использую. Так, ну и что в итоге? Я где-то могу вообще? Или у меня всего по два? Не, шоколад точно должен мочь. У меня монополия шоколада. Есть фирма. Виновный шоколад. Блин, трех мушкетеров, кстати, надо бы сделать. А, и красный мундир я могу сделать. Так. Ну, давайте идеологию открою, ладно. А, слушайте, так это не мундиры должны были быть там. Ой, не мундиры, а эти. Все, мушкетеров я уже не смогу сделать, короче. Где-то ты воюешь с монголом? Или просто для Давида? Пока для Давида. Блин. Сейчас проатакуют. Варвары. Англия, у тебя когда заканчивается? Семь ходов. Ну вот. Так, Лондон. Центр вещания. Археологи есть? А если найду? Ну, судя всего, не здесь. Давайте шпиона. Нет предложения. Зачем ты мое железо? Дай мне железо. Ну я наску сейчас буду забирать. Уже эти железо надо. Рыцарь я опять, мужик. Какой век, говорит еще. Давайте по городам пройдемся. Да, производство, еда.
Да я в Портсмуте нифига не строю, и он не растет вообще. Не, ну пригород тут странно. Мне вообще надо пригород для... Да, для... Здесь поставлю для магазина, что он еду дает. Зарение. 1000 науки и культуры, то есть 500 науки и культуры. Писателя мы заберем явно. На дипломатический квартал построю. Давненько я его не строил. Бомбардировщик до Наски долетает. Ну, наверное, имеет смысл объявлять войну. Пойду возвращать капер, чтобы в подлодке апнуть. Ну, алюминия у меня маловато. Тем не менее, давайте еще бомбардировщик. И, видимо, истребитель. Два истребителя, два бомбардировщика. О, поплыли парни. Погладим. Я могу еще шпиона. Или я вроде строю где-то. Да, строю в Лондоне. Давайте акведук, промышленную зону и сразу дамбу. У меня вообще... Ладно, нормально. 7 послов.
Потом орёт так. Страшно. Да, кумаси заберем. Вообще не проблема. Надеюсь, сейчас каска не встанет в этот лагерь, я его тогда заберу. Капером. А если встанет, то не заберу. Хотя зря его так. Ну, тем не менее, продолжим задание. Блин, можно было капер апнуть. Так. Давайте, наверное... Проатакуем истребителем, чтобы бомбардировщик перебросить к кумаси. Так, бомбардировщик... В Бирмин или даже в Престон. Блин, я кумаси не вижу. Нужен какой-нибудь кавалерию куплю. Здравствуйте. Отлично, конечно, у меня правительственная площадь до сих пор стоит. Ну, никакая, я бы так назвал. Продуктовый рынок. Кто там говорил перекупить Женеву? Я перекуплю просто сейчас. Пока не время. Блин, кто-то мне сломал промышленную зону, да? А я уже с кумаси в войне. Тем лучше. Надо тогда пересадить, видимо, в лиц лучше. Блин, надо было попросить тебя угля. Откуда у меня уголь? У меня уголь, как ухвали. В этой истории Александр Пушкин англичанин. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!